assiette avec la sauce du sanglier, la riado cucine, à ce niveau il est temps, je suis comme moi, j'ai dit, moi, je очень религиозный и православный. И Болгария по своему ритуалу церковному самая близкая страна к России. Кроме глубокой веры, мой дед интересовался и практиковал музыку. У него была скрипка Страдивария, он играл на скрипке. И в Софии тогда в соборе Александра Невского пел хор болгарской оперы. Если вы будете здесь в воскресенье, я вам советую пойти в церковь, и вы услышите изумительного качества хор при богослужении. Это вторая основная причина. Третье, наверное, что жизнь в Болгарии 70 лет тому назад, как и сейчас, было гораздо дешевле, чем жить в Париже, Лондоне или Берлине.